Всем привет, это Мир глазами охотника. Я Сергей, как всегда, с вами. Ну что, расскажу, как мы поохотились на выходных прошлых, уже получается. Приехали с утра, небольшой морозец такой, взялся ночью. Солнечное такое утро, ясный день передавали. Ну как раз для чивы ходы сделаны. Сразу пошли по такому перспективному месту, там типа очистные такие, с такими туннелями. Походили, собаки что-то крутили, видно там зайцы ночью, походили. Потом вдоль леса по опушечке такой красивенькой прошли. Тоже собаки что-то подскуливали по старым ночным следам, но поднять так ничего в принципе не удалось. Потом решили пройти уже на проверенное место, на мусорку, где на открытии отлично поохотились. Посмотрите видос, если кто не видел. В общем-то, я зашел с одной стороны, пацаны Димон и Леха зашли с другой. Лайма зацепила лису и начала гонять. Загнала в одну клетку. Я как раз с другой стороны оказался, и она прямо на меня гнала ее, гнала. Уже я слышу, прям она подходила, но услышала собаку чиву. Чива была возле меня, она облаяла и отвернула. Но лиса выскочила на Леху, он два раза выстрелил по ней, заранил ее, она сиганула, в общем-то, в другую клетку. Я начал переходил. Чива цепила по следу, и они уже с Лаймой погнали ее гонять по этим клеткам. Чива! Я уже возле последней стою, слышу, чива начала рычать. Ну, уже понял, что она схватила. Слышу, возня, сиганул к ней. В общем, словила чива подранка. Они с Лаймой взяли ее в растяжку, ну, в общем, и добрали лису собаки. Молодцы, хорошо сработали, красиво. Ну, лиса неплохая, не крупная, молодая, но шкура неплохая, выленившая. Дальше переместились на поле, там такая язык такой идет леса, такая длинная полоса. И с краю я начал заходить, я с одной стороны, Леха пошел вовнутрь.
И прям возле меня бах-бах, два выстрела. Взял? Ну, я подошел. Есть первый заяц. Вообще отлично, погода шепчет. Мы довольны, зайца взяли. А где лежал? Тут-то посредине это. О, ну хороший. Ну, разделились. Мы пошли как бы к деревне, а Димон пошел за машиной. Ну и мы так вдоль огородов и пошли топтать. Начали идти, планомерно так обхаживали огороды. Ну и в общем-то... Видно было присутствие там зайца, такие перспективные места. Бог помощь! Выгоняем тут ваших вредителей! Сейчас мы их наженем отсюда. Под ног вырывается заяц, он два раза стреляет, я выцеливаю, щелк, не заложил патрон в патронник, ходил, патроны были все в магазине, а в патроннике не было, ну там не было уже шансов на второй выстрел, как бы я свой выстрел проморгал. Тем временем Димон зашел с огородов, с другой стороны. И практически в одном месте поднял. Сначала одного зайца взял, потом второго поднял, взял. Димон сразу два зайца взял. Ну, что ты обвешался этими зайцами с ног до головы? Делать-то нет. Нет, тоже нормальный заяц. Ну, длиннохуд. И голова маленькая. И на тот день мы охоту и закончили. Отлично поохотились, три зайца и лиса. Погода вообще радовала. На следующий день мы уже побольше компании собрались, другие угодья переехали. С утра решили взять одни корчики. Отправились туда, ну расставились, нас было пятеро. Но лису они по-любому здесь подымут. Собаки, в общем-то, сразу сработали, начали так дружно гнать Бен, Лайма, Чива, втроем все погнали эту лису туда на Влада, но Влад не успел перебежать, и, в общем-то, она ушла. С утра немножко было солнышко, буквально с рассвета оно показалось за горизонта, и все, и мы больше в тот день его не видели. Перешли в соседние корчики. Я начал обходить между сосной и корчами. Ну, я знаю, что заяц часто туда уходит, либо в другую сторону.
С одной стороны пошел Димон, я пошел с другой стороны. Смотрю, собаки начали крутиться, ав-ав-ав, начинают работать. А корчи там такие плотные. Ну, я, в принципе, уже стою, жду. Готов, девятый. Взять чё? Молодец, молодец. Он видно, что там вышел. Хотел сосной пойти, потом вернулся. Я стал вот тут. Слышу шор-шор-шор. Он раз-раз тихонечко. Вот напротив сосны я тут его стрельнул. Вышел зайчик, сел. Ну и, в общем-то, я сразу стрельнул по сидящему, дабы не искушать, как говорится, судьбу и фортуну. Лучше наверняка стрельнуть. Хотя мне нужно было его чуть-чуть на чистое выпустить, чтобы виднее было. Ну, в общем-то, разделились. Мы пошли одной стороной, другой. Уже когда встретились... Димон уже был с трофеем в сосне, Лайма и Бен схватили зайца, подняли его, и как раз Димон его обрезал и взял зайца. Покажи, ты убил зайцев был? Блин, ну так красиво они его вымочили, вообще офигеть. С полем? Да. Что, мне отрываться от тебя, что ли? Начал уже падать небольшой снежок, в общем-то вот так вот поменялась погода. От солнца к снегу. И мы пошли так по полю. Пошли к еще одним корчам. Собаки сцепили там зайца, перегнали его через канаву. Там тоненький ледок, буквально за две ночи мороз взялся. Собак держит, зайца держит. Ну, человеку не стать и не перейти. Они там гоняют. Мы зайца видели далековато, не стрельнули. И там они, в общем-то, гоняли. Такая погода стала, снег еще плотнее начал идти, ложиться ровным таким первым слоем пороши. Понятно, что уже зверя не поднять, если только на уши ему не наступите. Собаки след ночной не возьмут. Ну и мы, в принципе, уже поняли, что мы ничего не поднимем. И так уже... Чисто круг почета под снегом прошли в сторону дома. Вот так вот я на охоте встретил в этом сезоне первый снег. Отличные 2 дня охоты получилось. Я взял зайца. Ну, был шанс еще одного взять, но по собственной глупости не получилось. Что могу сказать? Оценивайте видос, подписывайтесь на канал. Всем удачи, встретимся в угодьях.